Организаторами мероприятия выступили участники Совета студентов Южноуральского государственного университета. Они собрали более 70 учащихся первого курса с целью сплочения ребят друг с другом. Пикник СГ – это традиционное мероприятие, оно проводится уже 4-й год подряд. Проводится студенческим советом Института социально-гуманитарных наук, поскольку нам кажется, что знакомство студентов среди первого курса, именно не внутри группы, а вне группы, очень важно для их дальнейшей учебной и внеучебной коммуникации. Начался пикник с того, что студенты узнавали имена друг друга и разбивались на команды, где главное правило было лишь одно – все участники должны быть с одинаковыми именами. Потом ребята должны были исполнить песню, которая полностью раскрывает их группу. Они смеялись, пели и танцевали. Я считаю, что такие мероприятия должны быть на сплочение, поэтому это очень здорово, что студенческий совет так отлично работает и организовывает такие мероприятия. В середине пикника студенты расстелили пледы, разделились на факультеты и участвовали в конкурсах. Угадать песню по движениям, поставить в планке минуту, съесть как можно больше маршмеллоу – это лишь часть заданий, которые проходили на пикнике. Мы выполняли конкурсы. Мне достался конкурс «Сжечь свои 50 рублей». Я это сделал. И взамен этого я выиграл сертификат на татуировку. Примечательно то, что вчера я думал, что хочу набить себе татуировку, поэтому Юргу, мечты сбываются. В самом конце пикника первокурсники общались, ели печенье, делились впечатлениями о мероприятии. Завершился пикник песнями под гитару, которые создали уютную атмосферу в сквере Юргу.